אחרי שהוא אומר על יהודה, הוא אומר אותו דבר על ישראל. Потом, после того, как он пророчествовал про Иуду, он говорит, продолжает про Израиля. פסוק 6. Шестой стих. Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жажду, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. Кен. Дварим кашим. Тяжелые слова здесь. דברים קשים. קודם כל, אתם רואים שהביזנס של הדת. То есть, в первую очередь, мы можем увидеть здесь бизнес религии. היה כבר אז. То есть, это то, что было уже тогда. מוכרים וקוראים צדיק וכסף. Берут и продают праведного за деньги. ואנשים עניים, אפילו לא בשביל כסף, בשביל זוג נעליים. А бедные люди даже не за деньги, но и за сандалии. Мохрим там бишвиль зуг наалаим. Продают их из-за сандалий. Каше. Тяжело. Пасук 7. Каше. Седьмой стих. Жажду, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. הדבר הזה מחריד. האבא והבן הולכים לאותה אישה. И вот положение здесь еще ухудшается. Мы видим לאותה פרוצה. Здесь, что и сын, и отец ходят к одной женщине. ככה הנביא אומר. Так говорит пророк здесь. אני גדלתי בבית כזה בירושלים, אני יודע על מה מדובר כאן. יוסף הוא ההורים שלי היו אתאיסטים. Его родители, они были атеистами. שונאי כל דת. Которые ненавидели любую религию. אבא שלי אומר שמי שמאמין באלוהים הוא פרימיטיבי. И его отец говорил, что если кто-то верит в Бога, то он просто примитивный человек. אנשים נורמליים. מחונכים, нормальные люди, они получают образование и в Бога они не верят. ובשביל בר מצווה הוא רצה לתת לי מתנה לקחת אותי לזונה הכי טובה בירושלים. И вот на бар мицву он хотел ему дать такой לעשות אותי גבר. Подарок, чтобы взять его к блуднице, проститутке, и чтобы он стал мужчиной. אנשים שלא מאמינים באלוהים, זה ככה. И вот это то, что происходит с людьми, которые не верят в Бога. Има шригам ло емина беэлоима, вали ло натна ло ла асот эдзе. Моя, его мама тоже в Бога не верила, но она не позволила отцу так со мной поступить. Авал беемей Амоса нави. Но во время Амоса. Анашим асу эдзе. Люди это делали. Ницлу это анашима аниим. Они использовали бедных. Хилелу эт шем ашем. Они просто злословили имя Бога. Шату яйн ад шихра. Они упивались вином до опьянения. ואלוהים אומר להם בפסוק 9, אני השמדתי את עמי כנען בשבילכם. И Бог говорит им в 9 стихе: я истребил пред лицом их Амарея, которого высота была как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Он говорит, я вывел вас из Египта, вводил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю Амарейскую, выгнал всех, которые жили здесь ради вас. אני נתתי לכם נביאים. הוא говорит, я дал вам пророков. עשיתי מהבחורים שלכם נזירים. Из ваших юношей я делал назареев. האם זה לא נכון, בני ישראל? Разве это неправильно, сыны Израилевы? זה נכון. Это правильно, так оно есть. אף אחד לא יכול להכחיש את זה. אני אעשה לכם קשה, כמו ש
עגלה מלאה חציר, כבדה בשביל הסוס לסחוב, גם לכם יהיה ככה כבד. למה? И он говорит, я вас накажу, и вам будет тяжело. Как тяжело лошади возить, так и вам будет тяжко. И когда телега она наполнена, лошади тяжело вести. Он говорит, так я с вами поступлю. עד כדי כך יהיה לכם שקשה שאתם לא תוכלו לברוח מזה. Он говорит, так вам сильно будет тяжело, что вам даже убежать будет некуда. ואפילו הגיבור ירצה לברוח. И даже самый смелый захочет убежать. ואנשים בצבא, תופסי הקשת, לא יעמוד ולא יוכלו לעמוד על הרגליים, לא יהיה להם קל בכלל לעמוד על הרגליים. И храбрый не спасет своей жизни, и стреляющий из лука не устоит. Ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. Невозможно будет убежать. И вот в третьей главе, во втором стихе, он здесь пророчествует что-то очень особенное. Вы помните, что он начал с невуот о Дамеске, о Амон, о Моаб, о Цор, о Аза. Помните, что он начал свои пророчества о всех разных странах, о всех наших врагах, которые окружали Израиль. И вот здесь он говорит, только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. זה לא מספיק שאלוהים בחר בנו, רבותיי. То есть недостаточно того, что Бог избрал нас. הבחירה היא בזכות אבות, בזכות אברהם, יצחק ויעקב. Это избрание, оно было благодаря нашим отцам, Аврааму, Ицхаку и Якову. אבל מאיתנו אלוהים דורש ציות. Но от нас Бог требует послушания. דורש לשמוע אותו. Он требует, чтобы мы могли его услышать. זה לא מספיק. גם היום בין המאמינים זה לא מספיק להגיד נושענו בחסד. Также и сегодня среди верующих недостаточно сегодня сказать: "О, мы спаслись благодаря его милости". זה נכון, נושענו בחסד. Да, это правда, мы спаслись благодаря его милости. נכון, לא מגיע לנו להיוושע חוץ מהחסד של אלוהים וישוע המשיח. И сами по себе мы не можем заслужить никакого спасения, но только благодаря крови Иешуа Мессии. אבל בשביל מה נושענו? Но для чего мы были спасены? Шаула Шалия хомер в Ефесим перек 2 פסוק 10, אחרי שהוא אומר בפסוק 8 שנושענו בחסד. Павел говорит в Ефесянам 2 главе. Он אומר בפסוק 10. נושעתם למעשים טובים, למצוות נושעתם. Он говорит: вы были спасены для того, чтобы делать добрые дела, чтобы исполнять заповеди. לא רק בשביל להגיד נושענו בחסד. Не для того, чтобы сказать: мы спасены милостью. בשביל לעשות משהו. Но для того, чтобы мы могли что-то делать. לתקן משהו בעולם הזה. Чтобы мы могли исправлять что-то в этом мире. ואז, אחרי שהוא אומר את הפסוק המדהים הזה, בגלל שרק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, בגלל זה, אני אדרוש ממכם לשלם על כל העוונות שלכם. И вот поэтому он говорит, потому что я вас избрал из всех племен земли, поэтому я с вас и взыщу за все беззакония ваши. אין עם בעולם שסבל כל כך הרבה לזמן כל כך ארוך כמו עם היהודי. Нету народа на земле, который бы страдал так много и так долго, как израильский народ, еврейский народ. אני מדבר על אלפי שנים. То есть тысячелетиями это происходило. יהודים סבלו בכל העולם אלפי שנים. Евреи страдали во всём мире тысячелетиями. אנחנו מדברים על התקופה הביזנטית סבלו. Это было в разные периоды, византийский период. האנטישמיות הנוצרית. Антисемитизм был очень сильно развит. בתקופת אבות הכנסייה המאוחרים כמו קריסוסטומוס וטרטוליאנוס ואוריגנס היו נוראים נגד עם היהודי. Антисемитизм вот во время отцов церкви он был просто ужасный. למה היהודים ברחו לארצות ערב? Почему даже евреи они убегали в арабские страны. מפני שבארצות ערב לא הייתה כנסייה. Из-за того, что
там не было церквей. לא היו נוצרים. там не было христиан. בגלל זה הם הלכו ל, 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 לערב הסעודית ולתימן. и из-за этого ולמרוקו, в Саудовскую Аравию, в Тайман и во все такие страны, чтобы спастись. 2000 שנה של סבל. 2000 лет страданий. עלילות דם. пролитие крови. לא, עלילת דם, אתה יודע מה זה עלילת דם? שהאשימו את היהודים שהם בפסח שוחטים איזה ילד נוצרי ושותים את הדם שלו ואוכלים את הבשר שלו. евреев обвиняли, что на Песах они закалывают своих детей и пьют их кровь. христианских детей и пьют их кровь. זה התחיל ב-1275. это началось в 1250 году. באנגליה. в Англии. Бейорк, Англия. אחר כך זה עבר לצרפת, ואחר כך זה עבר потом это перешло и во Францию, עד לברית המועצות, עד до Америки. זה הגיע. מסעי הצלב, קריסטונוסטי, והפוגרומים, והשואה, והאינקוויזיציות, והגירוש של יהודים כמעט מכל מקום. когда изгоняли евреев практически из всех мест. И это все происходило не из-за того, что язычники, они были плохие. Но это то, что пророки изрекали еще давным-давно, когда говорили, что если мы не будем послушны, это то, что с нами произойдет. Шавуаба. לא השבת הזה, פרשת אמור. בשבוע הבא, תקראו בפרשה של שבוע הבא, ותראו מה כתוב בתורה. כל הדברים האלה כבר כתובים בתורה. И вот следующая недельная глава, которая будет читаться в следующий шаббат, вы можете почитать и посмотреть, о чем там говорится. התורה אומרת כל מה שקרה לנו בשואה, התורה כבר סיפרה לפני אלפי שנים. Все то, что произошло с евреями во время шоа, то... Об этом говорилось в Торе давным-давно.